проказники помочь стремятся каждому, и в будний день, и в праздники. И не хватает навыков, но на ошибках учатся. С веселой нашей азбукой, конечно, все получится. Мы с ними за компанию листаем жизни правила, запоминаем главное и поступаем правильно. Бакуня, Чаруша, вы домовички. Скоро поселитесь у людей, будете помогать им и следить за порядком, а у нас беспорядок. Я умею беспорядок превращать в порядок. Еще мы умеем убирать игрушки, чистить одежду, сказки рассказывать. Мы готовы помогать. Еще не готовы. Как оберегать людей от опасностей в доме, знаете? Нет. Чтобы узнать, вам надо изучить эту волшебную книгу. Азбука опасностей. Каких таких опасностей? Да. Книга вам все расскажет. Обыкновенная книжка. Что в ней волшебного? А. Все знают букву А. Кажется, книга приглашает нас войти. Мне здесь нравится. Да, просторно. Догоняй. Догоню. Сломался. Так вся вода и вытечет. О, давай починим. Я не умею. Это просто. Надо покрутить, повертеть, он и починится. Покрутить, повертеть. Так, попробуем. Вот так. Еще. Дедушка! Мы хотели починить, и он сломался. Не чини, что не умеешь, ведь опасность в том таится. Оглянуться не успеешь, как авария случится. Авария! Вот опасность на букву А. А – авария. Помните, помогать и оберегать. Ой, кто здесь? Что-то здесь не так. Что случилось? Прятались от нашей хозяйки. Зачем? Мы заболели. Она хотела нас полечить, а мы боимся лечиться. Лечиться? Прячемся. Прячемся. Ага. Вот. Это. И вот это. Не бойся. Порой случается нам простудиться. Мама! Но если болеешь, то нужно лечиться. Не надо бояться, дружок докторов. С их помощью скоро ты будешь здоров. Вот. До свидания! До свидания! До свидания! Мы помогли. И нашли опасность. Б. Болезнь. Thank you.
красиво. Добавим водички. А что это? Так. Здорово. Ой, я все в земляничном мыле. Ой-ой-ой, Чаруша, я не умею плавать. Спасите! Держи! О! Дедушка, прости. Прости, мы опять устроили аварию. Вы без присмотра взрослых полезли в воду. Мы не хотели. Просто Чаруша поскользнулась и чуть не утонула. Для малышей опасность таит в себе вода. Не надо в ней без взрослых купаться никогда. И это очень важно. Ты знай всегда, везде, что очень осторожным быть нужно на воде. Вода – опасность. Да, рано вам еще изучать азбуку опасностей. Очень вовремя. Ты говорил, опасности надо знать. Угу. Мы справимся. Только будьте внимательны. Вода. Нам оставили угощение. Так. А! Акуня, здесь микробы. Если руки не мытые, грязные, к ним цепляются бяки заразные. Чтобы от бяк уберечь животы, руки мойте всегда до еды. Но особенно бякам не мило, если руки встречаются с мылом. Оп! Теперь можно и поесть. Подожди, надо записать опасность. Ой. Оп. Г. Грязные руки. Следующая буква. Ой. Эй, осторожно. Куда? Все двери так и норовят поранить маленьких ребят. Ударят и довольны, когда кому-то больно. Ой-ой! Ой! О! Да, дверь. Где-то у меня была вкуснятинка. Хочешь? Ай-яй-яй! Принесли домой опасность. Это просто еда. Угу. Вы удивитесь? Знаете, да, бывает вредная еда. Шипучка, леденцы, хот-доги один лишь вред несут в итоге. Пусть даже это вкусно, но для здоровья грустно. Е. Еда вредная. Ё. Задачка. Какая опасность может быть на букву Ё? На ее опасность довольно редкая. Ну, елка разве своими ветками поранить может неосторожного? Ну, еж уколет врага возможного. Ежи морские еще встречаются. Пожалуй, список на ее кончается.
Непорядок. От арбуза. Кыш, пошли отсюда. Бакуни, не маши руками, после еще больше злятся. Я не отдам им арбуз. Кыш. Ой-ой. Ой. Уф, эти жужжалки меня ужалили. Осы со шмелями легко ужалить могут того, кто их захочет ловить, гонять и трогать. Же, жалящие насекомые. Вижу, вам интересно. Очень интересно. Уже, же, узнали. Эта книга и вправду волшебная. Пора отдыхать. А как же? А книга вас подождет.